Убрали же по РБК, че не? Да. Сейчас Саня придет и спалит. Как бы одну пачку собрали или две? Одну. Ты там, блядь, кто-то говорил, и этот дох пойдет варом, этот говорит, я пойду медведем. Ну, мы в одной пачке. А Егор? Егор? Егор отдыхает, видимо. Он что, блядь, устал, я не понял. Блядь, вот они такие... Сидит, блядь, как глухонемой, нахуй, блядь, постоянно, блядь, устал, нахуй. Вот сирос, блядь, такие смешные, пиздец, говорят... Но мы надеемся, что больше таких проблем в ближайшие дни точно не будет, блядь. Ну охуенная надежда умирает последней. Да, они такие, блядь, сами все даже не уверены, вообще ни в чем не уверены. Егорыч, ни со мной не надо от тебя, что ты бахуешь. Аркадич, ты пойдешь в РБК, не? А кто у тебя еще есть? Шаман? Ну, Шамин. Ну, давай попробуем собрать что-нибудь. У нас тогда Космополит танчил, четко было. О, шкатулка. Ладно, пока хватит. Так, я готов. По факту эти РБК нам ага нахуй не нужны, только ради трини, блять, этой. А я, кстати, выбил сегодня на бесполезном. Пошел нахуй. Я вот так и знал, что, блядь, что-то ничего не скажет. Не, ну по факту она, скорее всего, лучше, чем эти солнечные часы. Ты что, сразу зайдешь или когда, ну? 5 минут, когда? Ну, конечно, трэш почистил, да? Да, да. Ну ты когда вещь не будешь, да, на это? На вара нет. А что вы хотите? Я хочу на этого зайти, на ДК. На что? На ДК зайти. А. Топор себе хочет. А в ебальце ты не хочешь? Давай тебе похуй. Понял, блядь. Можно и в ебальце. Еще молодой, блядь, все заживет, да, блядь? Ты видишь барабан? Да, сейчас там. Мне очень улыбнула вот эта штука. Я Егору линковал это, блядь. Смотри, сейчас в гильду линканул. Фрея, 25 гир. Смотри статы. Угу. Сейчас линкую вторую вещичку. 32, да? Они такие же. Скара, они такие. Найди, блядь, сука, 10 отличий называется. 3 меткости, 2 СПД. Да, только 2 СПД больше дают 32. Да, 4 крита меньше. Потом 5 интеллект и все. Ну и совпадение цвета, там 7, там 9. Ага, и сколько дрочи им надо, нахуй? В чем прикол, что эти штаны либо в первый, либо второй раз упали с Фреей вообще? Они первый раз упали. Алло, блядь, Славик! У Абу-Даби нету их, на этих штанов, когда мы еще тогда ходили, блядь. Первые разы убивали ее. А, стопэ. Блядь, я же в хиле, да? Да. Бля, я тут дамажу и стою. Че? Давай пуляй, Славик, ты сейчас стал. Ой, куда? Дожди, пуляй, я в хил. Да, в смысле пуляй, блядь, сам пуляй. Ты не слушайте его малолетку этого, ебаните его кто-то там, алё, блядь. Подзатыльник. Дайте ему нахуй леща, блядь. Не бейте, пожалуйста. А кто у вас в пати? Хао? Слава? Дух? Кто еще?
Малак, предатчик. Сумор. Малак, кто еще? Сумор. Ну, Сумор. А, Зума. Полетели. О. Есть тут еще желающие по РБК пробежаться, нет? Да я вижу, он в ЛФГ ищет такое, ну, пойдем. А я сейчас смотрю, блядь, в этот ДПС, ну, блядь, почему, блядь, он, почему, блядь, подтел нахуй в рекаунте? Егор, а ты твинком, да, плюсуешь? Хорошо. У тебя уже нормально где-то, да? Да нихуя он не зачарен. Ну, чарки, соки-то есть все, или тебе помочь? Помочь. Егор, залети в Долоран. По другом, поставь, пожалуйста, в заметке события создали в Гильдии на Кару Ик, что в субботу, и что в воскресенье вот 25. Как она стоит, Кара Ик, на субботу? Это в календаре, в заметке еще с Гильдии. А, давай я напишу. Так, чем такой, типа, что, блядь, все, кто не попал в первый, бла-бла-бла, там, пинки. Так, и... это 19, это число. А получается... 22-е. 21-е, 22-е. Хорошо. Сейчас напишу. Спасибо. Кто не пришел, пидор, блядь, точка. Ну, ну да, нормально, блядь. Сука, а как ливать на этом говне? Сейчас исправим. Так, это получится 19, 20, 20. Это ульда 22, 21 и. Ну, можешь не писать full хэм. Всю запрет. Я не правда. Писал, я просто, блядь, это оставил. Full хэм, проверяю, давай придем, парня. Сейчас не хотел. Кара. Да, два рейда там пишу. Пишу оба стати. Пойдет так? Нормально. Может у меня кинг-кандест? Давай, дочистим. Тебе сейчас узнаю. Кольцо сосла. Кольцо? Да. Ты главное босса не запулил на стаю? Мне уже этот Валентин, который биполярный, уже не нравится. Он сейчас находится в гаражане. Зачем? Кто? Биполярный. Он написал, не может что-то в субботу. Да, он писал, что он не может в субботу. Я ходил закрою. Ирландец тоже? Он никогда не попадал, но... Нормальный бизнес. Пусть лучше закрою, чем будет такая же хуйня, как была в следующем. Да не пуляй дальше, дай перезайти. А все время где-то дебилы пишут 209 нахуй, что в РБК хочешь, ты когда пишешь 220 плюс. Да. Да. Понял. По КД. Это нормально. Да не, нормально, это когда мне тогда два человека плюсануло 233, и мы за 10 минут пронесли, блядь. 1 минут? Мы что-то влетели вот в этот задроченный гробница эти, блядь, там где тринями нужна. Мы пролетели за 10 минут вообще четко. Сейчас ходи. Ну, блядь. Что делаем? Я просто сейчас покину.
А можете во время бойки? Нет? Нет. Нет, я могу там. А что, надо выйти с инста? Нет, выйти. А, я думал, нам надо выйти. Сука. 10 секунд стоял за столом, кафель. Душит. Егор, напиши типу с ником Рокатер по-английски, он волчать ищет, с ним пойдем. А он мне лидера дал, не надо, не пиши ему. Тебе сэр вообще нужно с начальником? Я сейчас зайду уже. Дайте просто лидера хауна пригласить. Лидер мне дайте, Войт. Да. Лапка, если что, у меня есть, по-моему, Егор. У меня 8% есть, лапки нет. А что вы, встаньте в жопу ему, блядь, он заебал уже нахуй. Лапка или культяпка? Только не убивайся его, не убивайте, стопните, пусть один. Надо, чтобы он отсюда полутал что-то, да? Не, ну может и два первого у вас не управляю. А, тебе ничего не надо с него? Нет, мне даже слоста. Кольцо какое-то оно будет. Да? Сила, да? Хорошо, может, успеешь. А чё тут этот топор топовый на ретрика тоже, да, будет? Да? Топовая пуха с Везексом. Ну, не такая топовая, там крита нет. Там хаст меткость, это чисто. Марикин, ботинки упали, ебать. Не хочешь? Такие. Я их не вижу. СПД горит Прибежал дэмэдж дилер, нахуй. Прибежал, блядь, в вагон. Сейчас. Сейчас, полетят разъебули. На, блядь, ракеткой. У меня только там-то шмот, блядь, на ДК, чего хотели. Хоть бы я ради приличия. А? Хоть бы я ради приличия. Ты знаешь, что барабаны дикой природы стоят на аукционный косарь? Это нормально, блядь? Нет. Лови. Тогда с банка спишу. Взрыв пепа. Кто ты еще здорово? Хуйня ебаная. Ты сегодня вроде нормально пронесли, да? Да вроде да. Кроме вот этого, блядь, взрывайте еще лучше, блядь. Чего вы не орали, блядь, а было бы круто. Не, ну первые две нормально было. Ну первое, да, может быть, для потом три, зачем еще второй, непонятно. Поначалу было нормально, потому что у людей были бурсты, мы мобов быстро занесли, потом началась хуета. Они ускоряются двумя мобами и все. Я тебя дома что-то запулили, да. Ты заебал АФК-шек, да? Я релокался.
Я думаю, это связано с тем, что зам ГМа долбоёб. Ты сам сказал, хули ты на ДК не ходишь, я ради тебя зашел на ДК. Конечно. Только ты самой арене, блядь, не ходишь. Ой, не хочу. Слушай, мне интересно, вот что? Я тебя вчера звал, когда нахуй ты проселился, и пошел с Сашей арене. А я пошел ради тебя долбоем. А зачем ты пошел? Потому что, блядь, не нужно капа играть было. Ну, потом вечером бы поиграли. На, блядь, ракетка. Слышите, у меня вопрос есть. Шапка падает с каражана, с оперы, на танка. При соответствии с оки, тогда плюс 8 рейтинга критического удара. Это, ну, мейн стат для танка будет или нет? Для прото-вара ПВП. Ну, она для ПВП для вара не пойдет, потому что там нету показателя блокирования щита. Ну что-то я наелся, ебать, мне что-то хуёво. Аж ты даже тяжело хилить на тупам. Мне, кстати, вот этот момент тоже понравился. С кастетом. С опера. На нем урон больше, чем на кастете. С утюга. А, вот. Смотри. Тут сколько урона, блядь. И в 39-м кастете сколько урона. Это 88, огнём. 196. Нихуя, а ранец это нихуёво. Еще и камушек красный, блядь. Там, типа, 232-й, который, типа, с железного собрания схема падает, ну, типа, который плюс-минус его аналог, там вообще пиздец, ебать, 20 жить урона, блядь. Че, сульда говно? Про вот этот? Тот. Угу. Бля, меситель, нахуй. Смеситель. Глиномес. Бесишь ты. Альфа. Чёрт, я бета. Я нажал. Чё я нажал? Не откажусь от пустоты, ебать, я топ. Нужно тоже 15 минут, давайте быстрее. Я там. Сука, где руны нахуй? Егор, еды дать? Ну да, тебе его зачарить четкий шаман будет. Вчера бы еще, блядь, кара бы нормально принесли, мы, может, убили бы. Забрали кто-то. Что-то это не кажется ли, это ты ваш как-то ну, слабоватый хилит? Или нормально? Что-то, блядь, как-то у него Т4 очень мало на хилит, что меня смущает. Да потому что он, блядь, хилит криво. Мне кажется, что кого-то он не обновляет. Он не ориентируется, блядь, нахуй, какие надо, блядь, в какие моменты, куда орехи перекинуть, блядь. Ну согласись, он не слакал на босс. Ну кроме как на Алгалоне раз 8 умер, блядь. Так умер-то он не по своей нахуй вине. Ну, его заблевали. Когда до портала не добежал, это не его вина. Когда до портала не добежал, окей. Там полплора этот портал не добежал. Нет, в тот момент там не добежал только он и ДК.
Малах не добежал, еще там 4 или 5 тел оверно. Ну, он стоял в косте, блядь, а не бежал. Не ебёт. ДП я заливал, нахуя, блядь, бежать. А так, типа, ну, его, он что, умирал, его либо не прохилили, либо нахуй просто звезды взрывали. Алло, на то, что у меня тринки не было, нахуй, его звезды ебали. А так-то, типа, ты мог просто пойти, в принципе, прихнить. По тактикам. Что, кольца? О, хорош! Сюда! Так вы ему просто гайд расскажите, блядь, как хилить нашу маму. Так а что там гайд, блядь? Ну, в курсе. Где скопление людей стоит, блядь, на некоторых боссах, знаю. То есть РДД или милики, в тех, соответственно, орехи перекидывай, и все. Может, он что, не понимает просто это. Осталось пухой, блядь? Батя на месте, нахуй. Ты сразу выйдешь, блядь? Надо тебе было сразу выходить до рейги. На 30 минут, КД, на варе. 30? Да. Ой, блядь, да ну нахуй, слышишь, это шурофал, блядь. И сразу сетики упали. Заметили, кстати, мобы пожирнели, блядь. Да, да. Кузни крови заебался, блядь. Где вот это, на втором боссе, где пачки мобы выходят. Кстати, блядь, я особо не чувствую. Так долго заливали, блядь. А у них, блядь, два раза больше хп. А им хп подняли или что? Да. Хп, да, подняли. Просто хп подняли. Ну и дамаг подняли, написали. Не, дамаг нихуя не подняли. Подняли. Не блядь, знаю, ну... собирался не там, блядь, как комнату собирался, вот так и собирал. Мария пишет, что показатели урона ближнем бою и здоровья для пушки. Показатели урона ближнем бою, все. Показатели урона в ближнем бою они переделали. Наоборот, скорее всего, некоторых мобов уменьшили, потому что некоторые мобы ляпают в миликов по 15 тысяч, блядь, по 17, блядь. Если кто-то срывает агру, то он, блядь, сдох автоматом, блядь. Ну, сейчас 230 этих, да, петухов? Сколько у них было до этого? Там 180-130 было мобов в среднем. Потом пару лучек через делать. О, Мишань побежал, ну. Чё? Чё? Давай, ты заебал. Да хули заебал? У тебя залилось в Одесс? А? Я пойду, у тебя залили сидос? Наверное. А где ты хочешь? Ну, блять, в грудах не хочется проявлять? Хочешь отдать вам кого-нибудь? Ну, бабло один. Ну, вот я сейчас винт пишу. Сейчас я... Мне нужен был видос. Главное, чтобы на видосе было лут видно. Не ты залутал это... моба? Да. А. Ну, не ты, а Слава. Да, да, я видел эти. Лут весь. Там не залилось еще. Или залилось? Надо нет. Смотреть, там заливается. Два видоса вроде залилось. Вообще нет, но последний видос твой, это скоро. Ну так надо еще опубликовать их. А, ну опубликовать. Самый первый, который я опубликую, чтобы я сейчас сразу скинул, то время-то тикает, блядь. Они сейчас напишут, блядь, еще вы бы еще написали спустя неделю, но. И, наверное, сразу на таймер, да, скинуть ссылку? Ну, да. Сейчас. Ну, они по логам должны посмотреть, что это. Это можешь видео просто остановить, заскринить и все, блядь. Да, на всякий случай это... вообще ссылку на видео скинуть. Видос. Пускай сами ищут, нахуй. Сейчас, тычки. Ну и... Ай. Я сейчас еще видосы включаю. Давай, там китанчик, у ДТшки. Но никак не Локи. О, это хороший пояс. Егор, тебе надо такой? Она разве хаски? Она не хит крит? Она хаски. Ну, а тебе лучше хаски или крит хит? Она крит хит, алло, а нет, она крит хит. Она хаст хит. Линкани. Там хаст. А, ты про пуху, я думаю, ты про кольцо, блин. Агильная? Нет, на полкаш надо такая агила не нужна. А какая у зумеров полка пуха? Ну все там. Полкаш.
А вулькало, да? Куйца, не вижу ничего. А? Так, ты опубликовал софт? Ага. Нет ничего. Может, обновить надо. Обновлял. Да, ты можешь просто мне ссылку скинуть, пожалуйста? Вот уже третий раз. У меня моб уебал 18 тысяч, блядь. Понравилось? Что там с робота, это первая часть вроде. Юр, тремор ставь тут. Мы можем ирландца взять, ну, типа, три. Вячеславыч! Нам пизда. Да хули, я чё, виноват, он это в чат, общий чат скинул. Вячеславыч! Все, заревел, заревел нахуй. Поставь тремор. А не фирят эти пиво. Релиз за Бимару, блядь. А? Да, блин. Во. Да. А как скинуть, типа, ссылку именно на тайминг? Ну там... Не поделиться будет. Правой кнопкой мыши на видео, когда в момент найдешь, скопировать с привязкой к времени. А, так понятно, спасибо. Так, сейчас давайте трэш зальем, я быстренько, прям быстренько составлю тикет, минуты две, а меньше, и... Сейчас я найду... Может, мне голос пидорский, ебать его, срать. А? Чё? О, я научился скипать БГ. А, нет, не научился. Чё, сейчас не прыгал? Когда регнул, нажимаешь вступить, потом пишешь релод, блядь. Сбрасывается рек, типа. Ну чё-то нихуя. Чё-то нихуя. Так, а копируйте сейчас по времени. Так, новое сообщение. Так вот, нет. Поддержка VIP-пользователей. Приватный раздел. Так. О, кстати, это, может, Лили с 5 месяца, там у Денчика 24 есть. Батя нормально агро поддержит, а ты в сове поебенишь. Не знаю насчет совы, зову по сова. Давай спекайся. А сова не дамажит нихуя. Сова хуйня ебаная. Там, чтоб сова дамажила, ее надо, блядь, именно одеть тупо в бисовый шмот, блядь, и она будет цену давать меньше, чем, блядь, более-менее мах или более-менее лох. Это надо, блядь, боссы какие-то, я хуй знает, где там 2-3 цели. Типа собрания, блядь, тогда там дамажит. И то, блядь, по тем боссам, которые потом отхилятся. Вам и дамажить проще, а мне танчить проще. Как он называется сейчас? Мне нужно название. Так, Эдуард. Я не помню, что там еще, там, по-моему, запы еще были, да? Все осталось, кроме нагрудника. А. Кира. Кто-то просто медленно раздает лут. И дискон был, хули там, никто не виноват же. Правильно же у меня все вообще не спрятали. Так. Все, не знаю, похуй. Это просто глупый задавит. Мне кажется, Егор как танк какой-то долбоёб. Я очень редко ошибаюсь. Полетели.
Да там, правда, не видно то, что мы его не успели именно разролить. Сейчас они все не скажут, а вдруг вы типа его разролили и наебали, да. Ну хотя пусть откроют, блядь, все этот. А он не разролен. Фотос. Бля, а как бомжей, кстати, вызывать? Какую кнопку? Альт F4, может быть? Там такая розовая. А выход... Подожди, а где они? А, вот, войск кнопка. Вызываю братунов. Технари не можешь призывать? Нет. Он, наверное, мне тем более не забинжен на арене, я нельзя вызывать на арене. Я некротик кинул, ебашься. И, блядь. Он вместо все ошибся. Собрать трейдницу. Собрать трейд называется призыв бомжей. Нормально, нормально, я говорю. Нормалды, нормалды. Сейчас приду. Что творится? Что творится, блядь? Курс хороший. А то если они эти не идут? За вас легион. Голоспад, не знаешь? Слава. Хуй знает. Не хочешь, давай уже к ним. Да я не успею. Малах насыпает, насыпает, блядь. Кондесса. У тебя квесты? У тебя же квесты, да, есть на хуйню? На Анзу? Нету. Ты не можешь призвать? Кикандесайте его нахуй с данного рейда, блядь. Блядь. Кикайте. Там Малага взяли. Как так, Малаг? Друид, который не умеет, блядь, призывать, это вообще пиздец. Тихо там, ебать. Парни, это блядь. Это не люди, блядь, как болю, блядь. Это не вот, я про это же. Блядь, мы тут, блядь, тут трэш бьем. Курик. Какой вы нахуй трэш бьете? Нахуй вы бьете, блядь. Ну, можно поспросить. Квест, блядь. Вот эту комнату, где Анзу стоит, скипни тогда. А, Малах вообще вылез. Нихуя. А, извиняюсь, Малах. Дай мне Эйнер, пожалуйста. Сейчас вот эту вот комнату зачистим и скипнем большую комнату. И лорд Тремор тут обязательно. Угу. Вижу.
А ты, блядь, бей комнату, блядь. Ты писал, я, блядь, забыл, как большой писать. Биг. Мак. У нас в школе челик был, Биг Мак. Челик? Ну, чел. Чел, чел. Чел. Просто Биг Мак его погонял. Просто чел. Просто чел. Чел ты, блядь. На голове чел. А картошка фри была, блядь? Или пирожок с вишней, блядь? Шелуха. Нет, таких нет. Пирожок там милый. Бля, нахуй подошел. Ну, мне отвечают. Сейчас спину прошло. У меня же вип. Соси, блядь, с ним вип, нахуй. Они отвечают на плохую работу администраторов, но всем похуй, что, что у тебя пропала шмотка за ребут. Да всё, сейчас отъебёт. Их заебали. Да они дамажат вас. Вообще ничего. Я заметил. Братья, заебался уже обновлять. Вот они двоих тоже чистим? А? Вот они двоих тоже чистим? Не, уже можно чистить. Можно уже будет бежать. Так, молоко. Сет, пока мой сет лучше. По идее, либо по себе, либо по мне, но я добегу 100%, у меня есть этот перерождение. Либо мне похуй на пир. Молок тоже андет. Не, у меня перерождение есть. Я побежаю, зачем? Давайте их убьем, отопьемся, бля. Отбиваться, чтобы умереть? Ну да. Так, что, пробегаем напрямую, да? Да. Зачем он налетит? Я так пойду. Побежать. Подождите, блядь. Включи берсуди. Распостили два малага. А, ну я прикол. По идее, я добежал. Ты рядом, да, Малок? Ой, я через тебя пойду резко, все нормально. Так, в стакане или... Кто сейчас резница? Пойди, я рез. Бля, это Денчик дотянулся, кажется. И чё? И как смонить? В принципе, никак. Нет. Никак. Да, зачем ты так? Долго. Нужно было просто бежать по центру. Так вы смотрите, я фере побежал в бок, вы что-то дальше побежали. Подождали. Так нажми версу. Нету версы, блядь.
Ты скажи, сколько у тебя КТ было? Давайте мы сейчас еще раз попробуем прибежать. А как мы резим? Ну, только этот малак. Кольцо надо его рулить? Подожди, может в инвизии получится пройти там? Да, сомнительно. Так, за зумор проведи меня. Подожди. А, нет. Можем, да? Может инвизии пробегу сейчас просто. Не-не, подождите. А вот тут около... Около дверей там мобы есть? Тут внизу есть типа этот проход в начало инфа. Что это за хуйня? А есть мобы? Мне кажется, мы в этот момент бы уже ласта били, блядь. Егор, а куда залетели? Вы можете вот этих двух стражников отхуярить? Мы еще нихуя не можем, мы еще бежим, блядь. Они в начале инста самом. Около ворот. Мы уже далеко. А ладно, попка, бегите. Ну там прям вообще воды четко, там, там у меня показывается, типа, кто че полутал. На вроде как видно, что он никто не залутал. И серп упал. Напиши еще, что, блядь, с него шеем падал, просто не видно, блядь. Они такие, а, бля, ну да, блядь, я старян ловить. Ой, главное домового доведи. Мы тебя тут есть. Я сейчас тапки нажму, кину на себя фейерварт, ебать, я долечу нахуй. Ща, подожди, я почти прошел. Блять, а мы вас не убьем? Вам нужно как-то отойти подальше. Я прошел мимо бобов, ща, подожди, присумоним. Серьезно? Так, а где вы, блять? Так, Саня. А, я. Смотри, у меня вот такая штука была, просто откатила, блять. Как он тебя? Я не знаю, не помог. Такая. Ну нормально, умирай, умирай, мы тебя резь. Откатило это случайно, блядь. 1395 СПД. 186 крита, просто нахуй 200 духа, блядь, ебать, как три шмотки, нахуй, блядь. Бля, в зумур, ну ты, ну, ты, ну, блядь, ну... А ты не пробежал, да? Все нормально, он пробежал. Обойдитесь с той стороны, сейчас мы сумнем. Егор, у тебя же тоже вот такая была? На ретрике. Ну. Смотри, врывается. Ну, да не ищи, ты ищи, точно, блядь, на. Ища весь трэш нахуй на вас, блядь. Нет. Что, давай сумонить. Кстати, это топор, блядь, ярче, чем шеем, нахуй. Блядь, не беги, не отвечаю, петухи ебаные. Саня. У Егора тоже откатило. Напиши, блядь. Охуели, блядь. Чё за хуйня, блядь? Рыба есть? Так, стою гейм. Рыба? Сейчас поставлю. Всем, как мы тут умираем, даже рыбу жалко ставить. Блядь, спасайте банк мобильный, мне дом не даёт. Давайте видео. Спасайте банк мобильный. Не, на самом деле, тут они трэшу подняли, хп хуйню, 50 тысяч добавили. Вообще ни о чем. Бай, взял гинцвил. 50-80 тысяч добавили. Не чувствуется вообще. Блять, я еще создал тему, блять, ну, типа, то, что, ну, темка называется, блять, ну, то, что серф упал, и на разроле лута с удара робота 20. Не 25, а 20. Я дебил, они думают, все, не будем даже рассматривать. Даже не будем открывать нахуй. Просто, блядь, тип даже не умеет считать, нахуй, чем с ним общаться. А вдруг мы, блядь, 20 тел убили, поэтому 2-20, нахуй. Ладно. Ну, в ДПС 20. Логично, блядь. Малах, блядь, ты пьяный или что? Ты помнишь, как мы, блядь, ходили? В льду у нас ДПСа не хватало роботов хэм перевести, блядь. И какой? Помню. Но я вам скажу, блядь, если бы они не порезали ХП, у льда б нихуя легкая не была, блядь. Ну, даже в таком гире, блядь.
Была бы такая, да, человек. Наверное, было, блядь, именно для челов, нахуй. Для чисто челов. Для столовки, блядь. Для деревянного. Чел, блядь, нахуй. Да ебать, состав ебанись. Потная сучка, блядь. Тип играет в маске сварщика, нахуй. Пиздец. Ну про маску это вообще бомба. Не понял, не хочет. А, я понял. Сварщик. Не, ну блядь, ну шо, я неправду говорю. Или я наговариваю, блядь. Это то же самое, что был, блядь, Кьюбикс, нахуй. Просто того я заебал, тут ушел, блядь. А этот, сука, вцепился, нахуй, паскуда, блядь. Вцепился когтями, нахуй. Пуха! Ну, сука! Сука, тварь. Ну, это реально, блядь. Нету пухи, нахуй. Я, блядь, тогда задрачил Кьюбикса, что он вздыхает по КД, он говорит, что нет, а потом, когда, блядь, кто-то видео записывал, блядь, и я что-то считаю. Смотри, раз, два, три, обиделся, ушел нахуй. Как? Тебе надо штаны? Я да, заберу. Штаны кожаные. А че упало с того босса? Первого бастиона. Не ткань. Какой фрагмент упал с бастиона? Свердоль. А, ну понятно, получается, плюс долбоёб нахуй, пати. Не залутал, да? Слышь, а чё он стакается нахуй по 5 всего? Я ебу, блядь. Дай. Чё тебе дать? Сердот. Нету. А чё он по 5 стакается вот это поебень? Почему так сделали, блядь? Регли, чтобы всем доставался камушек, а не одному человеку. Да нет, блядь, почему он не по 50 стакается? Говно этот фрагмент ебучий. Приглашаю. Так сделали, блядь. Пиздец. А Сердоли тоже по 5 стакаются или по 50? Не, там по 20, по-моему. Ебать. У меня пока нету. Нету количества, чтобы выяснить. Они мне отвечают, нахуй, алё, бля. Я что, для вас шутка какая-то или чё, бля? Шутками шутка. Получается, ты шутка. А как?